Очередная распаковка. Я искренне благодарен ТикТоку за то, что он продвинул меня и сделал более-менее медийным человеком. И тем не менее, с другой стороны, я его ненавижу, ибо из-за этих ебучих ТикТоков мама выносила мне мозг около года. Она увидела где-то электросекатор, либо электрические ножницы. И она просто каждый день говорила: у тебя он есть в Китае, купи, купи, купи. И я наконец купил. Итак, Yamaha. Мощность просто пиздец. Два съемных аккумулятора, которые легко одеваются. Дальше нажимается кнопка включения. И легким нажатием курка. Он порежет все нахуй. Есть даже два съемных лезвия, которые вроде помощнее и побольше. Перчатки и всякие штучки для профилактики этого всего. Я даже, знаете, что сделал? Я нашел ветку, только что вышел, чтобы вам показать, что он может. Может он просто пиздец. Я уже не говорю о мелких. Он режет вот такие поленья, блядь. В этом ТикТоке я увидел. Ну, то есть, понимаете, она не будет вот это вот сидеть и париться этими ножницами. Она же у меня хозяюшка. Весь огород перехуячила и еще. И не остановится. А, вот и что еще шло в подарок. Ля! Как штык-нож, блядь, да? Ну, только это пила. Охуеть, да? Мне нравится определенно. Короче, эта штука, правда, ебейшая. Это прям максимально упростит ей жизнь. Главное не сунуть сюда палец, иначе не будет пальцев.